Чё ты? Всё прекрасно, всё хорошо, но только одно но. Чё? Хату не можем найти, мы чё, блин? Давай, я, да, не проблема. Ваня нас содержит, два дня уже мы как на хлебнике кушаем за его счёт, катаемся, а хату найти пока не можем, вот такая проблема. Надо быстрее взять симки и на связь выйти, тут мы, сука, без связи, без интернета. Да, я уже, у меня ломки без интернета, надо срочно инстаграм, ватсап, постить, лайкать. Я боюсь его уже, блядь, надо срочно забирать симки. Скорее, блядь, скорее меня кормят, сука. Опасный парень. Я, короче, лучше отойду на безопасное расстояние. Где МТС? Билайн, блядь, что-нибудь, нахуй меня быстрее. Это опасно. Это что, проблема, что ли? А? Ты за него, кстати, за этой бородатой личностью, мне кажется, самая начнется проблема на съеме хаты. Сейчас поедем, смотрите, один из вариантов. Если устроит нас. Ну, как цена нас, конечно, не устраивает, но уже, блин, вариантов нету. Шло время, а мы все искали и искали. В общем, квартиру оказалось найти сложно. Иногда отвлекались. Красота! А? Одну проходим. Вдруг увидели здесь красивую мечеть. Да, Иван? Да. Смотрите, как красивая мечеть. Всем мусульманам салам алейкум. Мир вашему дому. Стекает корпус корабля. Брат за брата встанет. Пацаны, вы стойте рядом, если что, руку дадите. И я. Покупались теперь билеты. Где выебал? Да ходил за вилкой. Он говорит, брат, мы все положили. Оказывается, здесь, да, были вилки? Да, говорит. А он, Ваня, ходит, ищет вилки. Давай быстрее, пожалуйста. Ну-ка, давай, маваш, бери, маваш. Ой, еще раз давай. Ой, согревай. Ой, мужик. Все, гоу. Что мне делать? Давай, так же, как свадьба, давай за руки тебя возьмем. Если не умеешь плавать. Ну что делать? Вот назад просто вставай и все, и пошел. Тебя как это, в церкви легко искупают. Да, мы тебя выкинем. Только это, чтобы голова не скрылась. Шаг назад, давай сюда, давай. Да нормально. Ты будешь шагать? Ныряй. Давай, братан, нормально. Давай, только не уебите. Мне нормально все хуйня. Ты что, ты что не снимаешь? Что, все снимаю? Света, нету света. А что, смотри, не бойся. Все, как? Нормально? Его не видно лицо, дай мне фонарик. Дай фонарик. Да подожди, у меня льдинка, я думал, что там не мешает. Запороли контент, Жек, ё-моё. Я говорил, дай мне телефон. Я так скажу, я больше вас не знаю. Почему? Мне не надо звонить. Звать меня куда-то. Если ваш туша не похожа на эту. Ватша, бля! Ладно, все, все, все. Короче, на проруби приехали такие сейчас покупаться.
Нам говорят, вы куда идете, типа, да? А. Шлагбаум стоит. Я говорю, купаться идем. А он говорит, 100 рублей купили. Мы такие, ладно, такие, заходим. 200 рублей баня. Да, 200 рублей баня. Ладно, такие, думаю, 100 рублей надо, дадим, искупаемся. Заходим, а там купили не разбитое, нифига, да? Давайте, говорит, это, отдолбить. Ему пришел какой-то коллега, короче, 2 раза долбанул, говорит, я больше не могу, говорит, там толстый лед, говорит. Толстый лед, говорит, нам! Когда мы, блин, по 50 сантиметров убрили, там вот такой, короче, лед был. Ну мы его начали своими силами долбить. Раздолбили все нафиг. Все, искупались, короче, и кинули их с 100 рублями. И мы решили им деньги не отдавать, потому что мы сами все это сделали. По идее, нам надо было еще взять, да, с них по 100 рублей. Там потом ребята пришли купаться, надо было им сказать, чтобы они нам заплатили. Что сами все раздолбили. Короче, коры здесь вообще. Вот, портики вы сюда. Где? Вот, здорово, пацаны. Как дела у вас? Хорошо. Спортсмены? Да. Молодцы, мы блок снимаем. Боксеры? Нет. Давно занимаетесь? Боксеры? Да. Красава. Ладно. Владус опять нас угощает. Ваня хочет похудеть. Походу мы с Владусом не похудеем. Че желаете? Да не, желаем удачи и побольше вам лайков и подписчиков. Возможно, нет. Нет, пацанам маленьким что пожелать? Чтобы достичь больше успеха в спорте. Красава. Пошите, пацаны. Давай. Всем добра! Давай. Для тех, кто говорит, что в городе нету какой-то деревенской жизни, дети в гаджетах сидят или еще чего-то, да? Вот, смотрите, девочка катается на горке. Все так же, все зависит только от нас, как мы будем проводить свою жизнь. Если мы сидим в телефонах, соответственно, дети будут сидеть в телефонах. А это не от места жительства меняется. Это прям золотые слова, Дмитрий Андреевич. Спасибо, Иван Николаевич. Так что развивайте себя в первую очередь, потом детей. Да, они на вас будут смотреть и то же самое делать. Все правильно. Вот в этом доме мы сняли квартиру. Район какой? Комсомольский проект. Комсомольский проспект 82. Вот тут мы нашли квартирку. Вот она. Сейчас вам покажем. Конечно, не хоромы, но жить можно. Что-то с нами немножко таракашки бегают. Короче, заметку. Лучше пожить пару дней в гостинице и найти нормальную себе квартиру. Welcome. Вот такая вот квартира. Стоп. Тут бичи живут. Бичи ганы. Вот, Вадя с Жеками помоги. Матрас дали, что накачаем. Вторая койка. Девочки. Это самое главное. Ну и вот здесь что купим. Прикольно. В принципе, пойдет. Ждем. Не жалуемся, что далековато мы лезем. А так. Ладно, до скорой встречи. Всем добра. Что скажешь вам? Это последний.